Уже давно излюбленным местом ремесленников стала пешеходная улица Советская в областном центре. Поэтому в городе было принято решение создать для их деятельности и реализации сувениров специальное пространство. Руководством города был разработан проект и принято решение вот здесь уже на имеющейся площадке построить красивый кованый ремесленный дворик. Для участия в ярмарке ремесленников необходимо подать заявку в наше предприятие, зарегистрироваться и можно работать. У ремесленников широкий ассортимент изделий из дерева, стекла, мыла, вязаных шоперов, бижутерии и многого другого. Идея оправдала себя, количество покупателей возросло по сравнению с тем временем, когда ремесленники просто стояли на пешеходной улице в разных местах.